Добрый день, дорогие друзья! Я продолжаю свой проект с рыбой. То есть, как вы уже видели с первого видео, вот эта вот система со шпалами, с камешками и так далее, я закончил. А теперь мне надо сделать основу для то, куда я посажу рыбу. То есть здесь должно быть большое колесо, красивое. Здесь должно быть два маленьких. Здесь совсем маленькое. То есть я должен сделать какую-то площадку, на которой я потом эту рыбу-то и посажу. Тут у меня такая мысль, что я должен, наверное, сделать не собаку. Собака слишком доброе животное. Я думаю, я сделаю какую-нибудь хищную птицу. Такую, видите. Вот я думаю, что собаку я заменю. Ну, все остальное сначала я вот сегодня я планирую сделать вот эту основу. То есть сделать каркас какой-то. Еще не знаю какой. Будем вместе делать. Вот. Ну, колеса я уже начал изготавливать. Так, сейчас я... Ай, горячая собака. Вот это главное большое колесо. Вот середину, наверное, я еще поставлю вот это. А по краям буду делать... Ух ты! А маленькие колесики я вот собрался делать из пивных крышек, пивные крышечки, на которые я буду ставить тоже вот такие. Шестереночки. И все это должно выглядеть, наверное, хорошо. Ну, кроме того, я надел тут таких шестеренок, которые расположу вот тут, ну, чтобы более-менее симпатично все это смотрелось. То сейчас я покрашу, сделаю, и мы с вами посмотрим уже тогда. Окей? Ну, в итоге у меня получилась вот такая штука, колесико. Такие колесики. И теперь их надо на раму приклеить, и потом думать, что делать дальше. Так, ну, после того, как готовы колесики, мы сейчас с вами приклеим кусочек деревянный, за него мы потом будем держать. Чтобы одинаково было. Так, ну сейчас посмотрим, на какой. Где-то вот так, тут теперь маленькие колесики прицепим. Вот так вот. Расстояние у нас будет разное между ними. Вот здесь будет побольше.
будет поменьше. Так. Одно. Ну, дальше начнем строить уже. Саму конструкцию. Тут в принципе легко, потому что можем как угодно делать. Сейчас все крышим. Есть. Ну и неровно прилепил. Я поправил. Ну и тут, соответственно. Так. Ну, тут теперь надо сделать разные поперечины. Как нам на душу придет, когда покажется правильным, так и сделаем. Потом подквасим все. Ну и еще парочку, может, каких-нибудь тут. Вот.
Ну, подождем немножко, пока она высохнет, отрежем лишнее. Ну, тут начнем что-нибудь придумывать еще. Я хочу какие-нибудь рессоры сделать. Так, ну а теперь нам надо сделать рессоры, да? То есть я беру сейчас сверло и наматываю на него. Так, ну это маленькая будет рессора, да? Сильно маленькая. Так, поэтому продолжим. Где-то вот так, наверное. Ну, тогда будет достаточно. Такая рессора. Так, ну я всяких декоративных тут пружин наделал, ключиков, шестереночек и головок болтов. Теперь можно начинать соединять это все. Я хочу сначала все-таки посеребрить их, наверное, я думаю. Придадим металлический какой-то блеск. На всех деталях. Потом будем подгонять и приклеивать. Я давно заметил, что чем больше деталей на объекте, тем правдивее он выглядит. Поэтому не жалейте. Усилий на детали. Оно стоит того. Так. Ну, теперь мелкие добавим. О, это зря здесь. Тут надо эту деталь поставить.
Да, Йоханни Бармаку не попал. Так. Здесь гаечку поставим. Не помешает. Так, вот. Сюда. 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 Видите, как сразу оживает наша конструкция. Тоже не знаю, куда это приспособить. Найдем куда-нибудь. Теперь нам нужно уровень поставить. Так вот это будет выглядеть вот таким образом. Лишнее отрежем.
Интересно, кусочки еще остались? Пружины или нет? То бы они не пригодились тут сейчас. Видать, не осталось ничего. Ну вот. Сейчас еще вот здесь приклеим. Вот так. Давайте посмотрим, что получилось. Очень неплохая тележка получилась, ребята. Так. Ну, а тут дальше все пойдет рыба. Ну, до следующего видео. Пока.